Встала вот здесь, просто не дала ему копать. Он меня шибанул, я полетела сюда. Я его, это, он меня лопатой. Вот, а если бы вот тот не остановил его, если бы я остановил, он бы захератил. Их работник же. Давайте я тоже заявление напишу. Пишите, и вы тоже дрались, и вы тоже. Да, серьезно. Мужчину вот толкнули это утро. Вот мастерик. Вы подождите, вы заявление хотите? Блять, кроссовки не порть мне, понятно? Дороже была куртка стоит, 50. Не толкайся, я на своем рабочем месте. Вы сейчас здесь незаконно находитесь. Конечно. Все пытаетесь нам отгородить здесь рата работы. Тихо. Сами провоцируйте здесь, а потом жалуйтесь кому-то. Нас пинули, нас толкнули. Кто виноват этому? Не копайте, вас забыли спросить. Какие руками? Вы сами провоцируйте здесь. Ну, вы звонили электростатить, сейчас электростатить приедут. Поедете с нами в отдел? Куда я поеду? Хотя бы свою сторону по-нормальному расскажите, а то нас пили, нас тронули. Сами виноваты в этом. Давайте мы тут и напишем. Ну, конечно. Зачем нам куда-то ехать-то? Экскаватор закрыли. Да не верите, мужчины убили, значит. Вопрос перешел. Я вам задал вопрос.